Органы прокуратуры Ивановской области выявили многочисленные нарушения в деятельности учреждений дополнительного образования детей. Только в областном центре секции кружки посещают почти 300 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Однако значительное число учреждений недоступно для колясочников из-за отсутствия пандусов и подъемников. Многие помещения требуют капитального косметического ремонта. По итогам проверок прокурорами внесено 52 представления об устранении выявленных нарушений. Нарушений, к сожалению, выявили очень много. Нарушения, которые устранимы. Ну, вот, например, когда мы говорим о нарушении правил пожарной безопасности, то курение, применение светильников без рассеивателя. То есть те нарушения, которые устранить можно. Но, к сожалению, в значительной части учреждений выявлены нарушения, которые без дополнительного финансирования устранить нельзя. Промочки, протечки, нарушение правил пожарной безопасности.